Командир! А? Что будем делать дальше? Дальше? Не можем же мы просто сидеть, сложа руки! Мы все хотим что-то делать, что угодно. Но мы не знаем, куда податься дальше. Мы даже не знаем, какие планы у Невек. Или каковы планы Юрия. Осталась еще одна зацепка. Возможно, это место стоит проверить. Остались эти ущелья. Верно. Мы и раньше бывали в тех ущельях. И там есть целая подземная область. Да? Ты о чем? В зависимости от того, какие поставить фильтры, карта может показать больше, чем на первый взгляд. И вот тут спрятано много. Там есть крупное хранилище термоэнергии в нижней части ущелья. Хранилище? 5 лет назад там внизу закрыли обрабатывающий комплекс и почему-то совсем забросили. Термоэнергии там хватит с лихвой, чтобы годами снабжать Невек. Если ее все это время никто не трогал, это будет отличный толчок для проекта «Фронтир». Это лишь догадка. Но если ты прав... Вейн, давай проверим. Ладно. Тебе надо найти спуск под землю, иначе мы никуда не попадем. Завершена. Thank you.
плохо дело. Завершена. Включение. Инициализация.
Синхронизация завершена. Включение. Инициализация.
Джо нам, конечно, доставил массу проблем. Вейн, его здесь нет. Как? Когда он пропал? Неплохая попытка. Но так и погореть недолго, братец. Бандеро! Мне стало любопытно. И я сам решил взглянуть на последнюю модель гармонизатора. Заткнись! Что толку давать ее кому-то вроде тебя? На мой взгляд, в этом мире слишком много модифицированных людей. Мерзавец! Ты ни словом не обмолвился, что их убьешь. Планы изменились. А кто так решил? Ты? Айзенберг планировал их отвлечь, пока он будет запускать систему Фронтир. С потеплением акридам пришел бы конец, а мир превратился бы в зеленый рай. Тогда, увидев результаты, они сами бы узрели истину. Если ты и увидишь зеленые поля, то только на том свете. Что? Все эти планы по разогреву планеты только после того, как вся жизнь будет уничтожена. Как только заработает Фронтир. Это немыслимо. Сейчас! Вестники нового завтра. Послание для вас, господа. Я дам вам послушать. 150 лет колонисты мирились с непредсказуемыми условиями на планете. Бесконечные бои с загадочными акридами, сепаратисты, ставшие снежными пиратами и преследующие нас на каждом шагу. Но теперь система Фронтир избавит нас от этих проблем. Чистая энергия вступит в ход и уничтожит акридов и все прочие неприятности, досаждающие этому миру. Уничтожение акридов приведет также к выбросу термоэнергии, которая пойдет на нагрев атмосферы. Ха-ха! Прочие неприятности! Звучит обидно. Пока система работает, мы просим вас пройти к орбитальному подъемнику и начать процесс глубокой заморозки. Там вы будете под защитой от энергии, выделяемой системой. После терраформирования планеты вы станете первыми, кто увидит... Отлично. Ну что, Рик? Да вроде бы нормально. Все, я готов. Наконец, эта третья из планет колоний превратится в райские кущи и с распростертыми объятиями встретит людей из загрязненного родного мира. Все ценные месторождения здесь не тронуты. Их прежде скрывала толща льда. А теперь они принесут процветание и Невек, и всему человечеству. Эй, ты лучше послушай это. Пора отправляться на орбитальный подъемник. Наслаждайтесь отдыхом. Скоро мы встретимся вновь. Храбрые первопроходцы. Наслушался. Близится время прощания. Вейн, Джо, пригнитесь. Ловушка. Простите, этого больше не повторится.